Всем привет, друзья, с вами Алариэль, и мы продолжаем наше прохождение StarCraft Remastered. Итак, следующая кампания за зергов. Продолжай и далее оберегать мое сокровище. Ваши жизни сплетены воедино. Его успехи — твои успехи. Помни, что ты часть роя. И даже если твоя плоть погибнет, я воссоздам тебя вновь. Такова вечная жизнь, которую я даровал всем Серебралам. Теперь тебе хватит сил, чтобы выдержать межзвездный перелет вместе с Роем. Мы наконец-то покинем этот разрушенный мир и укроем Хризалиду в улье на планете Чар. На орбите нас поджидают остатки флота протосов. Они всеми силами постараются нам помешать. Если потребуется, моя стая тебе поможет, Церебрал. Итак, наша задача — доставить Хризалиду к маяку. Ну, я думаю, мы справимся. Это, конечно, не точно. Но что поделаешь. Но радует, что сразу два инкубатора у нас, соответственно, сможем братишек. Ага. Так, давай ты тут летай. Вы тем временем на добычу. Мои слуги в твоем распоряжении, Церебрал. Так, покажи здесь нашим врагам, что бывает с теми, кто бросает вызов Рою. Воу-воу-воу! Ни хрена себе. Вот это я вылетел. О, вылетел и сразу получил по лицу. Нехорошо. Так, ну и что это? Остановились-то вы так нехорошо. Минералы в процессе. Так. Ой-ой-ой. А, ну, в принципе, там милишники, поэтому все хорошо, я думаю. Но надо быть предельно осторожными. Минералы сейчас будут. Сейчас дадим упор на экономику. Наштампуем их тьму. Полтишочек. Хлоп. На добычку. А, ты ё-моё. Так и думал, что перестараюсь. Так, идет первая атака на меня. Но долго он не проживет. Но это не точно, конечно. Что он уж больно мощный. Такой мне расклад не очень нравится. Так, 20 из 26. Ну, в принципе, возможность еще есть их строить. Давай, надо улучшение. Сразу три бойца на минералы. Ты сюда же. Хотя я мог бы уже, наверное, на гасах начать направлять. Да, наверное, следующих троих отправлю на газ. Пошел на добычу. Добычка. Так, а сейчас... Сейчас уходим в одного надзирателя. Хотя нет, здесь давай тоже сюда. Не
пожирателей. Беда. Так, тем временем ставлю еще одну. И надо будет поставить здесь и здесь еще по одной. Как-то вот так, я думаю. Отлично, надзиратель есть. Летай сюда. Улучшаю. Так, родной, родной, сюда. Ставим. Пошло улучшение. Так, тут прям вообще молодцы. Единственное, от меня не нравится с этой стороны. У меня как-то ничего нет. Надо бы. Надо бы мне ту сторону немного продефить. Давай сюда. Первый пошел. Второй. Туда же. Хорошо, что они еще могут по нескольким фронтам бомбурить сразу. Да ладно, минералов. Вагон у нас. Так, ну а теперь улучшаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте в одного. Опасненько. Два на добычу. Одного просто здесь-то где-нибудь поставлю. Пусть стоит. Так, итого. Кстати, мне бы не помешал, наверное, надзиратель один. А вот и под надзирателя. Так, вы вдвоем сюда. А вы, господа, будете направлены на строительство. Этой штуковины у меня нет. Пещера Гидралиска. Нет, пещера Гидралиска у меня нет. Ставлю ее здесь. Требуется логово. Давай усовершенствуемся до логова. Ну и в принципе все. Здесь дальше. Давай вот здесь поставлю. На всякий случай. Трешечку закажу, чтоб уже... Чтоб уже не париться. Ой-ой-ой, не то. Не то, не то, не то. Вот это. Да ладно, минералов в вагон. Так. С этим-то все понятно. Хорошо. Давай его поставим там. Второго, не знаю, куда-то туда отведем. Но этого даже и не знаю. Где-нибудь, в общем, поставим. Так, усовершенствование идет. Давай, здесь дальность. Здесь броня. Думаю, этого должно хватить. Еще троих. Ребят, вы сюда. Плюс так. Хорошо, стоямба.
Ого, дорого вас-то. Даже очень. Но ничего страшного, бывает. Так, на газ ты. Ты, сколько тут газа-то? 3000, ну не очень много. Все, теперь делаем упор на строительство войск. Требуется шпиль, да? Ну, шпиль у нас в процессе. Сейчас все будет. Пока штампую этих. Место сбора перенесем сюда. Так, улучшение идет. И это главное. Так, давай так. Воу-воу, кто где откуда? Ага, ясно. У него там без вариантов. Так, где эволюция была завершена? Здесь заказываю следующую. Зерлинги. Ну, такое. Не думаю, что они мне понадобятся. Ну что там? Чё ж вы так долго-то, ё-моё. Хочу сейчас сразу муталиска взять. Сколько они, правда, я не знаю. 9. Ух ты, а тут 10. Так, пошла где-то атака на меня. Но это, конечно, дерзость. Так, вот это было плохо. Делаю так. И еще вот так. Сейчас поставлю. Иди сюда. Пока малыши мои. Я думаю, этого должно хватить, чтобы здесь поставить. Давайте пока на добычу. И вы тоже на добычу пока. Потом я вытяну вас. Когда решу строиться. Где, что было улучшено. Так, сейчас оно распределится по максимуму. Тем временем. Раз. И два. Вот даже и не знаю, хватит ли его до конца или нет. Иди сюда. Ну, может, не прям до конца, да, но туда, куда мне надо, точно хватит. Чтоб никакая падла не пролезла. Я тут думаю, уже и сам не пролезу. Главное только, чтобы не пришли какие-то воздушные парни, которые мне потом просто разнесут это все под корень. И пройдут дальше. Это будет, конечно, беда. Так, что там у нас по усовершенствованию? Дальний бой. Давай это. Хотя, опять же, спорная фигня. Три этих. И все, больше я ничего не могу уже заказать. Минералы заканчиваются. Нехорошо. Но ничего. Прорвемся.
Так, тут, в принципе, по 1000. Нормально. Мне хватит. Пока, я думаю, точно хватит. Плюс газа еще более чем достаточно. Тоже 2000 пойдет. Так, вот с этими ребятишками надо поднажать. Давай, наверное, еще одного на газ отправлю. То уж больно медленно все происходит. Так, уже немного получше. Тем временем у нас тут идет парочка улучшений. Замечательно. Надо будет сейчас штурмануть эту пушку. Так, где там двоечка? Оп. Блин, а? Теперь я не могу ничего улучшить. Беда. Ну ладно, поехали. Да, конечно, эти милишнички падают катастрофически быстро. Ну такое. Терпимо, конечно. Особенно если б я взял с собой койотов малых, они тут быстро всем объяснили, чё куда. О, надо ж, тут кто-то напал. Надо пойти объяснить. Боже, какой плотный, а? Они прям вообще жесть какие плотные. Нехорошо, это мне не нравится. Так, куда мы там дальше? А, ну нам, в принципе, без разницы. Нам надо просто всех уничтожить. Там какие-то милишные шакалы ко мне прорываются. Годно. Так, тем временем.
добиваем быстренько оставшихся, дабы они тут не маячили. Заходим. Так, что-то мне подсказывает, что мне сюда особо и не нужно. Да, мы здесь с вами бывали уже. Блин, а это у них и броня, и щиты. Все практически на минимум. А у меня вызывает достаточно такие серьезные трудности с их убиванием. Оу. Я уже даже на драгунчиков тут нарвался. Ну, бывает. Так. И что, можно койота взять с собой? Пусть они, так сказать, на троечке бегают и немного отманивают. Так, улететь, улететь. И тоже улететь. Так, ребятишки, пошли. Троечка к бою. Ах ты, падла, а? Как же вас тут-то много. О, собачек уже не осталось вовсе. Добиваем все это дело. Здесь заказываем обновленную батарею. Опа. Кто-то напал на нас. Все вкинули ему паразику. Так, хорошо. Можно еще один отряд призвать. А здесь тоже вот так сделаем. И сюда. Кстати, этого можно отправить. Вместо него возьму более молодого такого бойца. Так, что у нас там по улучшениям? Дальний бой пошел. Здесь в процессе. Не-не-не-не-не-не-не. Троечка первая. Влетает. Давай, давай, давай. Все хорошо. Все
все толпой сюда, на звездные врата. Это нехорошо. Боец такой подошел. Типа его никто не увидит. Еще и раздачи в Нексус идут. Так, тем временем. У нас тут эволюция. Кем? А, пушка. Ну да. Все быстренько добиваем. Так, а мне есть тут еще койоты? Не, койотов, походу, нет. Давай вот так будет. Ctrl-3 у меня. Не помешает. Пойдите развалите там. А мы с тройкой двинем дальше. Опа! Кстати, тем временем... Ага, неожиданно. Давайте, добывайте тут. А мы поедем дальше. Так, ну а дальше у нас без вариантов, только вернуться. На-на-на, куда ж вернуться-то? Вернуться сюда куда-то. Так, там на добычу. Дорогие, вы тоже сюда. Все, мы всем отрядом поехали. Ага. Я думаю, мне просто дальше немного. Так, маяк наш. Но что-то мне подсказывает, что в него нужно перенести, наверное, цель задания. Да. Значит, мне подсказывает, что это должен рабочий сделать. Сейчас проверим, конечно. Так и есть, рабочий. Так, а к рабочему мы отправим на подмогу. Кстати. Мутировать. Эволюция завершена. Тут такое небольшое сопровождение будет. Один тут патруль и один здесь. Давай, едь сюда. Что-то втормозил немного. Все, мы идем по следу. И в принципе, все. Хотя здесь, я думаю, даже протосов не стоило уничтожать. Церебрал. В первый раз межзвездный перелет может вызывать дискомфорт. Так, победа. Что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока.